Несколько слов о конференции, о уровне, о том, как проводится конгресс. Вы знаете, первый раз на конференции в Баку, и на самом деле и уровень заявленных докладчиков, и доклады, они показались очень интересными, поэтому с большим удовольствием к вам приехала. Очень радует аудитория, потому что, во-первых, отзывчивые, все внимательно слушают, и большое количество слушателей, это всегда приятно для любого спикера, который приезжает. Слышала много добрых слов о предыдущих конгрессах, почему тоже сюда приехала, и надеюсь, что это будет развиваться, и вы будете расширяться, и из двух дней потихонечку в следующий год будет даже 3 дня интересных докладов. Спасибо. А что вы можете сказать о докторах, с которыми, может быть, вам уже удалось поговорить, об азербайджанских, о местных докторах? Как вы оцениваете их уровень? Вы знаете, по уровню вопросов можно оценить уровень и понимание специалистов, да, поэтому уровень вопросов очень высокий и радует на самом деле интерес, потому что иногда приходится сталкиваться с врачами, которые говорят, что мы все знаем, а на самом деле нет. Вот когда начинают задать вопросы, это говорит о том, что люди не просто пришли послушать, они работают, они в теме и они хотят дальше развиваться. Это всегда приятно, работать для таких врачей. Спасибо, что выделили время для нас. Спасибо. Всего доброго.